И очередной бой. Макс Аскаров против Саши Грибоедова. Так, кто в ринге появился? Макс? Или Саша? Максим? Макс Аскаров синий, шортах. Саша Грибоедов черный. Приветствуем бойцов, ребята! Очередной бой на стрелке. Примерно одинаковая физуха у парней. Макс чуть повыше ростом и чуть плотнее, по-моему, да? Ну посмотрим, посмотрим, что будет. Готовы? Понеслась! Макс, давай! Да! Очень активно начинает Макс. Ой, не отстает Саша! Ой-ой-ой! Так, ну это не страшно было. Держи, держи, дави! Через руку держи! Дави, дави через руку! Давай, 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 дожимай, дожимай! Неужели не выйдет из захвата? Смотрите, Саша, Саша не отдает голову! Вот руку держи! Не отдает! Руку не отпускай, не отпускай! Попытки работать по корпусу! Держи, держи руку, держи, не отпускай руку! Вот это хватка, слушайте, да? А сила уходит с каждой секундой. Саш, давай, давай. Меняй позицию. Вот ушел из захвата. Макс, молодец. Держи, держи руки, держи руки. Вяжет, Саша. Саша, перевод! Удары не сильные, но их очень много, просто они точные. Саша, давай, давай, уходи, уходи оттуда. Нет, все уже, Все, рефери останавливает бой, останавливает. Че шумил? Где шум? Шум, стрелка, давай! Победитель боя! Макс Аскаров! Саша Булисмет и тоже благодарны за бой! Грамоты бойцам, медаль победителям! Готовится Ренат Кагарбанов против Валерия Филиппова!